Всем привет, ребят! Вот мои квочечки три. И у меня села четвертая квочка Амираукана, инкубаторская опять-таки. Кто там говорит, что инкубаторские не садятся? Садятся замечательно. Вот, и буду подкладывать под нее яйца. Я решил под нее насобирать чисто голубые яйца из-под Амираукана и Ухилюй. И подложить ей. Вот только не знаю, куда ее сажать. Тут уже все занято. Сейчас, наверное, тот угол расчищу. И подготовлю ей там гнездышко. Столько квочек. Ну, у этих уже должен быть скоро вывод 18 числа. Сегодня 13, это еще 14, 15, 16, 17. 4 денька. И они будут выводить. Блин, один глаз у нее открыт. Другой закрыт был. У этих двух. У этой 24-го, это на фазаньих яйцах, которые. И вот сейчас будет еще. У них тут квочечка. Все сделал. Вот, только ничего не нашел сюда положить. А то, видите, вот когда гнездо длинное слишком, вот я кладу бревнышко, чтобы, ну, место ограничить. А то, мало ли, повыкатываются яйца. Ну, ничего не нашел. Вот побольше сюда соломки наложил. Ну, ничего, я думаю, ничего не случится. Вот, принес лоточки. И кладем яички. 16 штучек получилось. Вообще 17 насобирал. Но сейчас одно оказалось, знаете, такое все, видимо, с тонкой скорлупой сильно. И прям много микротрещин. И так даже видно некоторые трещины. Ну, оно непригодно просто-напросто для инкубации. Вот такие вот. А то уже просто квочек сажать скучно. Думаю, насобираю-ка чисто голубых яиц. Интересно будет. Как раз-таки курочка Амираукана, которая несет голубые яйца. Все, 16 штучек, да? 4, 7, 11, 15, 16, да. Ну и идем за самой квочкой. Пришел в курятник. Тут уже все спят. Вот эта курочка моя. Белая Ухилюй. Вечно спит здесь. Не на насесте, а сюда залазит спать на гнезда. Ну, а вот она, наша Амираукана серенькая. Она не прям, конечно, чистопородная, видите, вот без щечек. Но яички голубые несет. Пойдем. Пойдем, у тебя тут все равно ничего нету. Дождалась ты наконец-то. Будешь мамкой. Пришли. Вот яички. Делать это все, естественно, лучше ночью. Ну и вот так вот, как я, не светить фонариком, просто в темноте быстро ее перенести, посадить. И все. И на утро она будет сидеть. Ну, у меня курочки спокойные, молодцы. Поэтому я их и днем часто сажаю, но я их сажаю тогда на подкладные. Я просто все инкубации и все, и в инкубатор закладываю вечером. Тогда вывод у меня обычно начинается утром. Вот, ну, не знаю, кто-то наоборот пишет утром, если заложить утром, начинает лупиться. Но у меня вот всегда закладываю вечером. И, ну, к вечеру вывода может несколько цыпляток уже вылупиться. А так основной вывод начинается на утро. Все. Не буду беспокоить. Сейчас только корм и воды им добавлю, а то тут уже закончилось. Вот, кстати. А то я переставил тут, пока лазил. Сейчас. А ну, садись. Гляньте, беспокоиться. Также хочу сказать, вот лучше, конечно, если вы сомневаетесь в квочке, то сначала ей положить яйца подкладные, чтобы она на них уселась, рассиделась хотя бы ночь, да? И когда уже на новом месте будет хорошо сидеть, тогда и подкладывают нормальные яйца. Ну, я в своих вроде квочках уверен. Ну, даже если не сядет ничего. Ну, вот так вот тоже. Я сейчас свечу и фонариками все. Так лучше не делать. Но это для видео. Ну, она вот вроде уселась. Ничего, все хорошо будет. Так. Зерно. Ваше. Сковородка.
и водичка. Сюда. И у этих мадам отдельная. Ой, поразливал. Ну ничего. Ну все. Не все накрыла. Ну ничего, я думаю, усядется сейчас. Все, не будем ей светить. Не будем ее беспокоить. Опля. Пускай садится. И все. И через 21 день будем ждать малышню.